Ребята, всем привет! Вы на канале «Семья на чемоданах». Меня зовут Стэн, кто не знает. Подписывайся на мой инстаграм и, конечно, подписывайся на канал. Мы сейчас живем в Сочи. До июня мы здесь провели осень, перезимовали. Сейчас весна, все вам показываем для того, чтобы вы могли посмотреть, как выглядит Сочи, определиться, куда здесь именно приехать и посмотреть сочинскую природу. Мы потом отсюда уедем, а вы приедете. Ну и останетесь с нами на канале, потому что мы будем обозревать еще больше всяких мест. Сегодня мы гуляем с вами в Сочи, погуляем, где сочинский морской порт. Посмотрим, как здесь обстановочка, и вы тоже посмотрите вместе с нами. Давайте начинать. Погнали! Итак, мы начинаем с вами прогулку, ребята. Здесь, значит... Нет, спасибо. Значит, здесь пожизненная пробка, да, вы можете наблюдать. И нас сразу сходу встречают люди, которые предлагают покататься на яхтах. Здесь есть как групповые покатушки, так и можно индивидуально снять полностью яхточку. Здесь идет улочка, давайте мы с вами пойдем сюда вниз, потому что здесь начинается, ребята, самое интересное. Я очень люблю это место, как, в принципе, любой, кто живет в Сочи. Здесь такое энергетическое классное место, стоят яхты, всегда много народу, здесь крутые фотозоны, гуляют классные люди, очень много рыбаков, вообще всегда ловят рыбку. Барабульку, наверное, какой-нибудь. Видите, как удочка на удочке. Просто очень и очень много рыбаков. Если вы хотите... Да, Родин? Давно вам удочки не покупали? Да, и себе не покупали. Я не люблю рыбачить, Родион. А я люблю. Ты любишь? Ну, с дедушкой будешь рыбачить. Давай мне руку. Да, если бы дедушка мне купил. Да. В общем, если вы желаете прокатиться на яхте, то вам достаточно... Мне бабушка все купить? Может быть. Потому что она... Хорошо. Да. В общем, вам достаточно будет просто подойти к любому, к любой яхте и спросить цену, спросить время отправления и отправиться. Ну, самое кайфовое, это, конечно, посмотреть на город, да, посмотреть на закат из моря. Вот. Давай ручку, Родион. Давай ручку. Почему? Так, здесь также есть вот такая локация, да, можно подняться, посмотреть немножко сверху на морской порт. А мы сейчас с вами будем углубляться вон туда, дальше. В общем, ребят, попадаем мы с вами в такое место, да, собственно, в самую движуху. Здесь вид на морской порт, на вот эту, как ее правильно называть, да. Очень много менеджеров, которые продают услуги на яхтах. Прям вот каждый подходит и предлагает, прям даже раздражает, потому что насладиться просто прогулкой не получается, они прям как эти, как птицы, налетают на тебя. Так, ну туда, конечно, пройти не получится, проходят только те, кто оплатил. Да, огромное количество яхт. Также здесь есть бутики одежды, например, Боско, например, Луи Виттон. Сверху там ресторанная зона. Так, морюшка, давайте посмотрим с вами морюшка. Да, грязь такая. Жесть, грязно. Здесь уже меньше рыбаков, хотя они есть, не знаю, что здесь ловят. Медуз, наверное. Так, здесь есть еще вот такая, ребят, локация. Стоят новенькие яхты, катера. Есть такая площадочка, да, ну, можно сфотографироваться. Вообще, ну, классно. Вот ресторан. Настя, ты же была в этом ресторане, да? Да. Настенька тоже здесь как-то кушала. Они ходили с девчонками на завтрак. Вот Настя говорит, классный ресторан. Так. Вот, туда можно дальше пойти в центр погулять, там знаменитая улица Навагинская, да, есть вот такой вот указатель, что где. А мы с вами пойдем еще все-таки пройдемся по морскому порту до тупика и будем двигаться уже дальше на такую некую площадь. Сейчас вам все покажу. Да, здесь классно, вот парусные, видите, парусные яхты. Можно увидеть, как здесь проходят соревнования вот этих парусных регат. Здесь также установлена вот галерея,
фотографии, да, как раньше выглядел морской порт. Вот здесь он. Пойдем, Родион. Можно тоже походить, посмотреть, как раньше все это выглядело. Но в целом морской вокзал он сохранился, но его, наверное, там подкрашивают, реставрируют. Иногда. Так, и вот еще одна яхта. Сколько стоит? Давайте посмотрим. А, здесь нету цены. А, нет, цена 386 тысяч евро. Ага. Да, ребята, такая красотища. 386 тысяч евро. Да, по кайфу, конечно. Детский катер, пап. Это не катер, это для подводной этой рыбалки. Да. Да, Сибоб называется. Папочка, а можно да, не, да на него нельзя садиться. А сколько это стоит? Так, а стоит он... Нет, непонятно, сколько он стоит. Да, прикольно. Так, а в этой части вот опять можно заметить достаточное количество рыбаков. Так, все, и там уже тупик. Мы с вами пойдем налево, на площадь перед морским портом. Так, здесь раньше было заведение, сейчас закрылось. Не знаю почему. И вот начинается непосредственно площадь. Сейчас тоже погуляем здесь сами по пляжам. Посмотрим, какая тут обстановочка. Так, друзья, вот мы попадаем с вами уже на такую площадь. Здесь, короче, смотрите, много всяких магазинчиков зеленых, вот таких скульптур, да, такие фотозоны. Есть такая картинная галерея, где можно тоже ознакомиться, посмотреть, кто фотограф. Смотри, какое синее море. Интересно, здесь есть кто-нибудь из знакомых? Да, красиво, красно... А, это Красноярский край, да, в Красноярске природа тоже очень красивая. Здесь установлена сцена, проходят концерты. И до сих пор не убрали вот... буквы, надпись на Сочи 2021 новогоднюю, перед Новым годом было установлено. И вот такие кофе. Здесь по вечерам играет барабанчик, море спокойное. Вот такая у нас, друзья, обстановка. Несмотря на то, что облачно, но у нас прям тепло. Тепло, градусов, наверное, 16-17 сегодня. Погода отличная. Душновато даже, то, что в движении ходишь, душно. Так, ну и дальше вот опять центр, да, то есть туда вот можно углубиться вовнутрь, там погулять по Навагинской. Вот надпись Сочи 2021. Сцена, туда пошли пляжи, а туда пошла набережная. Так, ребята, я предлагаю вам прогуляться по центральным пляжам, покажу здесь, какие пляжи, возможно, многих интересует, а можно ли тут вообще купаться, и как здесь вообще обустроены они. Ну вот, собственно, сейчас пойдем с вами и будем смотреть, как здесь они обустроены. Так, тут у нас, значит, есть, разрисовали стену, весь бетон уже такое приходит. Пожалуй, можно сказать, в негодность, да, но здесь, когда штормит, волны бьют, достаточно интересно. Тёше передам трубку, она поди лучше знает. Люди чилят на пляже. Опа. Можно прогуляться в самый конец пирса, поглядеть, что как там. Давайте пройдемся. Здесь уже море почище, кстати. Спокойно сегодня, вообще какой-то нереальный штиль. Вот если бы сегодня было солнце, то мы бы с вами, конечно, бы сегодня однозначно искупались. Хоть я в этом году уже купальный сезон открыл, но в апреле я еще не купался, учитывая, что сегодня 1 апреля, посмотрите.
На пляже люди. Хорошо, вообще волны нету, вообще. Вот, собственно, все прогулочные яхты. Здесь открывается небольшой такой вид. Видно морской порт, здание морского порта. Ну, давайте с вами попробуем пройтись по пляжу. Все позакрывали. Здесь раньше, кстати, вообще все было открыто. Пойдемте покажу. Там камни-то немножко поменьше. Ну, тоже камни. Здесь галька мелкая. Опа! Вот. Цитата. Очень классно. Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться. Да. 100%. Вот мы по этому правилу и живем. И всем рекомендуем. Вот видите, с забором закрыли входы на пляж. Раньше все было открыто. Не пойму пока, с чем это связано. С чем это связано, ребята? Ну, потому что вот, готовятся к сезону. Вот можете видеть, что там все красят, шпаклюют. Здесь будет такая, видимо, зона. Там будут лежаки, наверное, выставляться, насколько я понимаю. Вот видите, женщины занимаются обустройством. Ну и все. А дальше вот пирс есть, сапы. Так. Ну, короче, как-то вот такие вот дела у нас тут. А, ну вот можно, если... Сейчас. Так. Вот, забрался я. Так, ну а тут, учитывая, что пляж как бы закрыт, здесь вообще почти нет никого. Ребята тут арендуют, получается, идут в аренду сапдоски. Да, сегодня покупаться было бы особое прям. Так, давайте потрогаем. Слушайте, ну, прохладное, конечно. Сколько, я так по погоде смотрел, вода сейчас градусов где-то 11. То есть у нас 17, вода 11, собственно, да? Можно, получается, выходить и даже греться из воды. Да, кайфово, кайфово, кайфово. Да, видите, вот все, ребята там шпаклюют. Все красится, да, совсем скоро сезон. Прям, я вот вижу, насколько началась движуха. И в Сочи, и в Адлере все что-то суетятся, куда-то что-то завозят, где-то что-то подкрашивают. Прям... Все взялись, потому что, ну, уже в мае мы точно будем купаться. А в июне, 1 июня уже официально открывается сезон. Здесь будет все открыто, и Сочи будет ждать туристов. Приедут, так сказать, первые. Вот, и надеюсь, смотря наши выпуски, вы уже определитесь, куда вам ехать, где останавливаться, в каком районе Сочи вы будете проводить свой отпуск, либо будете вот так вот передвигаться. И везде по чуть-чуть, как говорится. Так, давайте дальше двигаться. Так, мы сейчас попробуем подняться, но везде вот все закрыто заборами. Так, оп, оп, оп. Да, вот видите, и трактор, и все останавливается, и песок завезли. Да, скоро здесь будет вообще движный такой. Опять рыбаки. Кто, кстати, вообще купается и отдыхает здесь, в центре? Пожалуйста, напишите в комментариях, как здесь обстановка летом. И вообще на набережной даже спокойно, такое ощущение, что там тоже все перекрыто и ничего не функционирует. Сейчас попробуем дойти посмотреть. А вот на этом пляже уже людей побольше, потому что тут открыто. Вот как раз про что я вам говорил, там вот везде стоят заборчики, да? А здесь все открыто, и можно попасть на набережную. Вот. Здесь, видимо, все тоже будет так установлено. Все будет красиво. Здесь, видимо, какой-то бар. Ну, в общем, да, смотрите и визуализируйте, друзья. Да, все так выкрасят, я надеюсь, да? Наверное, это тоже в скором времени все закроют для того, чтобы покрасить полы и подготовить их. Слушайте, ну я, конечно, не знаю, кто снимает вот тут вот апарты. Это ничего себе, в такую жару нужно
Ладно, окей, спуститься по всем этим лесенкам. А солнце-то туда прям светит. А когда вы покупались, нужно еще и подняться. Да уж. Мощно. Так, и вот мы с вами попадаем на набережную, да. Ну, если ее можно назвать набережной, она получается в отдалении от моря. Так, и мы с вами начинаем двигаться в левую сторону, именно к морскому порту. Так, а вот то, что сейчас закрыто, это называется Palm... Что-то там... Beach, я не понял, как это называется. Зебра лаунж зона. Ну да, здесь, конечно, летом однозначно атмосферно. Ресторан Чохарчо, который на поляне функционирует круглый год, именно на Роза Хутор, напротив Макдональдса, здесь он закрыт. Да, слушайте, здесь, конечно, прилично народу, но если сравнивать вот с Эмеретинкой, 100% Эмеретинка выигрывает по загруженности и по открытию заведений. Здесь даже такие рестораны, как вот Чохарчо, закрыты. Что здесь? Ну вот тут можно просто вот погулять, если кому-то нужны бутики, заглянуть в бутики, что-то себе прикупить. Да, давайте я вам немножко покажу их. Вот, слева, справа. Но слева зона, пока говорю, все закрыто, там все проходит подготовка. Вот аттракционы виртуальной реальности, прикольный сейчас, кстати, был. Так, и... Вот, все-все-все там полностью закрыто. Эх, скоро сезон. Я не знаю, как, конечно, отдыхать в центральном Сочи в сезон, насколько здесь комфортно. Пишите в комментах, кто отдыхал и кто точно знает, как здесь. Но мы, конечно, забегаем в сезон вот этого многолюдной истории. Это не наш формат отдыха. Так, здесь какой-то... Что это? Концертный зал. Вот. И он тоже закрыт пока на реконструкцию. Видите, все проводят. Наверное, тоже сделают. Будет все очень красиво. А ресторанчик вот работает. Единственный, да, сколько мы с вами идем. Единственный, получается, ресторан. Большая палатка, вкусные сувениры. Так, а вот здесь как будет, ну, по крайней мере, да, как должно быть. Да, красиво. Особенно в ночное время будет классно. Если будет действительно так, как заявлено на этих баннерах, то, безусловно, клево. Отчасти даже похоже, да, на, наверное, какую-то европейскую тему. Вот песок завезут. Ну, классно. Если это будет действительно так. Такс. Вот есть такие зоны с лавочками, с навесами. Будьте аккуратны, когда здесь гуляют. Вот видите, гоняют самокаты. Электрические, кстати. Я же недавно снимал выпуск про электросамокаты. Сделал полный обзор, как этим пользоваться, всей историей. Обязательно посмотрите. Ссылочку оставлю под этим видео. Просто нажмите, и начнется у вас просмотр. Да, вот тут уже так оживленно. Видимо, еще дело подходит к вечеру. Людей становится все больше. Сейчас время 13:30. Так, ну вечером здесь, да, однозначно побольше народу. Ну, хватит погулять и в такой толпе, я думаю, да? Так. Вот мы с вами сквозь толпу вот так вот прорываемся. Делают забор. Видимо, еще очередной вход на пляж. И вот мы с вами снова попадаем на площадь возле морского порта. Вернулись ребята туда же, обошли вот так с вами по кругу. Ну что, друзья, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Вот такой вот центр Сочи. Как вам, пишите, кто здесь отдыхал, пишите, как вам. Особенно отзовитесь те, кто отдыхал, либо любит отдыхать на этих пляжах. Расскажите в комментариях, как здесь обстановка в сезон, как здесь море в сезон. Очень интересно почитать. Вообще, мне интересно читать, когда вы пишете про свой опыт в комментариях. Всегда уделяю этому особое внимание. Я с вами прощаюсь. Увидимся уже завтра в новом видео. Всех обнял. Всем пока.